Ребята из города Канала работают на втором Смоленском ручье. Они выкопали большую яму, где-то 2 метра, потому что там лопнула труба, в ней была дырка. Они поставили там стальной хомут на эту трубу. Но дело в том, что у них... Вот сейчас они засыпали яму песком. Целая машина песка ушла в эту яму. Но дело в том, в чем трудность. То, что течет ручей с пивзавода, и он течет уже опять в этом году. Было, перестало, теперь 5 дней он опять течет с вершины откуда-то, с пивзавода. Там у них скважину прорвало. И ее никто не может остановить. Как бы мы ни жаловались, куда бы мы ни обращались, как бы мы ни жаловались, никто не может остановить этот водопад воды. По всей улице течет ручей, то есть. Да, по второму Смоленскому ручью течет поток целой воды. Ничего смешного здесь нет. Вода течет и течет без остановки, день и ночь. Мы уже к помойке ходить не можем, надо одевать сапоги. И вот они засыпали эту яму песком. А песок размывается водой. Ну, он не размывается, вода течет, течет, течет в эту яму. Но сейчас они еще ожидают вторую машину песка. Вторую машину песка засыпать сюда. А у нас здесь как раз выезд из гаража. Но мы возьмем немножко левее, чтобы не попасть в эту яму. Как-нибудь выедем. Но здесь будет зыбучее место, такое болото. Ребята поставят ограждение потом, чтобы сюда никто такой ловкий не навернулся.